Всем привет, друзья! И даже не спрашивайте, почему я в купальнике. У нас такая жара, третью неделю плюс 30. Ходить дома еще в чем-то просто невозможно. А это моя сестра. Она хочет волосы, как у Рапунцель, но они у нее медленно растут, и она постоянно их расчесывает, думая, что они у нее вытянутся. Сейчас я познакомлю вас со своим братом. Вот и вытянутся! Я в интернете видела, если волосы постоянно расчесывать, они быстрее растут и быстрее вытягиваются. Будут у меня волосы, как у Рапунцель, вот увидишь. Так, а где же мой брат? Хотя, я, наверное, знаю, сейчас утро, и он 100% засиживает в туалете. О, как поели, так все и бросили. А убрать за собой, а? Совесть-то есть у вас? Мне обед готовить, а тут весь стол завален. Дети, дети. Так, посмотрим, что тут у нас. Что ты здесь делаешь, Макс? Ты что, дурак? Я чуть с ума не сошла. Еще и с ноутбуком. Немедленно вылезай из холодильника. Мам, я не могу, у нас дома так жарко. Я могу комфортно находиться только здесь, в плюс 5. И долго ты там уже сидишь? Ты же заболеешь, плюс 5 это слишком холодно. Вылезай, сидит в холодильнике совсем уже. О, не переключайтесь, друзья, я знаю, где мой сумасшедший брат. Сейчас я вам покажу. А вот и он. Переносит жару в холодильнике. Макс, улыбайся, тебя снимает нескрытая камера. Катя, ну прекратила, а ну выключи свою камеру, а то сейчас как догоню тебя. Спасибо, Кать, сама бы я его оттуда не вытащила. Так, замок что ли на холодильник повесить? Мам, может лучше кондер купить, а? И тогда всем в доме было бы комфортно, в любую жару. Я бы с радостью, Макс, но он стоит 50 тысяч. У нас нету пока таких денег. Купим, может, ближе к зиме. Кондер, ближе к зиме? Лайк, мам, лайк тебе. Нет уж, фу, как еще охладиться-то? Вон, Катя же была в купальнике. Она, наверное, в бассейн собирается. Сходите, там прохладная водичка. Кать, фу, опять снимаешь, что ли? Давай выключай камеру, пошли в бассейн купаться. Я сейчас умру здесь от жары. Что ты так камеры-то боишься? Нет, я не снимаю уже. Думаю, над следующим роликом. В бассейн? Ну, в принципе, можно. Все равно я уже в купальнике. О, ну тогда пошли. Я сейчас быстро переодену плавки. Дианка, ты пойдешь с нами? Не, Кать, мы сейчас с Даником пойдем в ванну. Он где-то нашел шариков Орбис, и будем там их выращивать. Орбис? Круто. Уж не те ли шарики он нашел, которые потеряла месяц назад? Ладно, играйтесь тогда, мы с Максом в бассейн. Здравствуйте, доктор. Ну что, что сегодня будет у меня на осмотре? Здравствуйте, срок у вас уже довольно большой. Давайте я измерю вам давление, а потом сделаем УЗИ, хорошо? Так, давайте сейчас немножко ручку сожмет. Вот, так, 120/80 давление в норме. Теперь ложитесь на кушетку, будем УЗИ делать. Так, хорошо, малыш уже совсем большой, полностью развит. Доктор, а сколько у меня время до родов? Слушайте, ну рановато еще, неделю точно походите. Ой, спасибо большое. Так, сейчас все запишу и выдам вам справку. Макс, ну ты где? Долго тебя еще ждать? Катись без меня, я еще переодеваюсь. Вау, прохладная вода. Быстрая какая, ты вообще-то в купальнике шла, а мне еще раздеваться надо. Ну как там, прохладная хоть водичка-то? Да, Макс, вода просто космос. Еще утро, и она не успела прогреться. Ух, можно охладиться на все 100%. Круто, тогда я иду к вам. И доеду. Застрял. У кого-то слишком большая попа, надо меньше кушать тебе всякой вредной пищи. Чего? Это я специально остановился, я хотел ножки только помочить, а потом слезть с горки. И нормальная у меня попа. Я просто это, в меру упитанный. О, вода, прохладная вода. Я отсюда не вылезу. О, крутяк, и народу нету, так здорово. Ага. Как же жарко, можно сойти с ума от этого солнца. Специально ходила на прием с самого утра, чтобы не жарило. А нет, вот оно уже. А может мне сходить в бассейн? Доктор же сказала, что мне еще долго до родов. Неделю точно похожу. Так что, я думаю, будет не вредно. Заодно и охлаждусь. Привет, ребят, я вам тут не помешаю? Тоже хотела бы окунуться в бассейн.
Нет, нет, конечно, он же общественный. Ну и отлично, тогда так сейчас и сделаю. Вот это да, вот это я понимаю. Прохлада. Кать, Кать, а ты говоришь, что у меня попа большая. Посмотри, у тети живот какой огромный. Вот кто много ест. Макс, ты дурак? Видно же, что она беременна. У нее там ребенок в животе живет. Поэтому и большой. Ребенок? А как это получается? Ребенок тоже в бассейне, что ли, теперь купается? А им что, можно, что ли? Макс, ну можно, наверное. Я-то откуда должна это знать? Купайся давай, пока вода прохладная. Ну я не знаю, ты же девочка все-таки. Эх, да ладно, я нырять. Как же здорово, а? Не вылезала бы отсюда до самого вечера. Но с 12 до 3 будет самое вредное солнце. Придется покинуть это прекрасное место. Ай! Ой-ой-ой-ой, что-то схватило. Ай! Ой-ой-ой, нет-нет-нет-нет-нет. Ой-ой-ой-ой-ой, как тянет живот. Это просто невозможно. Тетенька, тетенька, что с вами? У вас что-то случилось? Вам нужна помощь? Ай, ребят, я даже не знаю. Я была у доктора, она сказала, что рожать мне только через неделю. А сейчас такое ощущение, что я рожать буду прямо здесь. Вызовите, пожалуйста, скорую. Ай, я даже не могу вылезти из бассейна, как все свело. А? Чего? Вы только не рожайте здесь. Не-не-не, надо в бассейне. Не-не, я сейчас. Катя, ты взяла телефон? Нет, Макс, я не беру телефон в бассейн, чтобы не утопить его. Когда не надо с утра пораньше, так она все с телефоном и с телефоном снимает и снимает. А когда надо, не взяла его. Я, кстати, тоже забыл. Я в тот раз утопил, мама меня так наругала, я больше с собой брать его не буду. А что делать-то будем, а? Эй, кто-нибудь, спасите, помогите, вызовите скорую помощь. Ай, нет, я так больше не могу. Ой-ой-ой-ой, кто-нибудь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, Макс, мне кажется, нам с тобой придется принимать роды. Нам с тобой? Ты что, шутишь, что ли? Я вообще не умею. Я вообще в обморок сразу упаду. Это, ты давай помогай. Ты же девочка. Ну что ж тут, девочка, я же не доктор. Ладно, я пойду поищу людей. Может, есть кто-то рядом, вызовет скорую помощь. Моя смена на сегодня закончена. Наконец-то я смогу пойти домой и отдохнуть немного. Тетенька, тетенька, стойте. А? Девочка, что случилось? Что нужно? Какая-то помощь? На помощь! Нужно вызвать скорую помощь. Но вы тоже доктор. Посмотрите, пожалуйста, там беременная в бассейне. Ей плохо. Беременная в бассейне? О, боже! Сейчас иду! Кажется, я уже поздно. Мальчик, с тобой все в порядке? Ага. Малыш родился. Да я вижу, вижу. Женщина, как у вас дела? Все хорошо? Сейчас же вызову скорую помощь. Давайте, малыша, я помогу вам выбраться из бассейна. Родила? Ого! Макс, ты там живой? Ага, я живой, но в бассейн больше не ногой. Не-не-не, я это, в ванной покупаюсь. Ну или, может, на море поедем. А в бассейн не, больше не ногой. Макс, Макс, доктор, доктор, нам нужна еще помощь. Переволновался, упал в обморок. Сейчас приедет скорая помощь и даст ему на шатырь. Не волнуйся, он быстро придет в себя. Да, вот это да. Сходили в бассейн, называется. Ну что, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Дренелка ТВ и смотрите новые, самые интересные серии. Пока-пока. Макс, Макс, расскажешь потом, как дело было.